Я приветствую вас, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Ангел Рок. И сегодня я решил поиграть в такую игрульку, как гидрофобия Property. А в переводе означает водобоязнь, пророчество, или что-то наоборот там. Ну, благодаря гугле-переводчику, я хоть так перевел. На эту игру я наткнулся довольно-таки давно, но все никак руки не доходили сыграть в нее. Ну а сейчас у меня, ну как бы между Майнкрафтом и Outlast, я решил маленько расслабиться и похерачить тут бочки. Блин, я даже не знаю, что рассказать про эту игру. Ну, основана на физике воды. Была она сделана, эта игра, в 2011 году. И как бы в то время физика воды нормальная была. Так. Для того времени. Сейчас что-то как-то она не очень. Мне понравилось то, что вот куда волны идут, туда меня и сносит. Так под водой более-менее реально плавать, но единственное, что мне не нравится, это то, как она себя ведет там, ну, сам персонаж. Как-то нереально она прыгает. Так, ладно. Я начал не сначала запись, так что, кому будет интересно, вы начнете в другом месте, ну, а со мной можно будет потом продолжить прохождение игры. Я, наверное, не все буду снимать, так как если кому-то игра понравится, чтобы не спойлерить там некоторые моменты, вы лучше сами поиграйте. И... О, можно прятаться. Нифига себе. Клево. А, как его теперь убрать? А, о, убрал. Так, то есть на С. Я его беру. Пистолет. Да? А, не, я его беру там. И он нифига не убирает. Трясется так. Ну, играем мы за персонажа девушку. О, чуйку я забыл поставить. Фак, ладно. Сейчас мы посмотрим, сколько там времени. Ага, все, посмотрели, сколько времени. Теперь можно дальше играть. Так. А, прошли мы с той двери, по-моему, да? Пришли. Да, точно, отсюда мы пришли. Что-то она у меня подвисает, игра. Так, пойдем сюда, значит. Тут в основном подсказки идут. О, прикольно. Растекается. Ой-ой-ой. Так, с паузу. Ага, не паузу не поставишь. Ладно, сейчас поставлю. Так, я снова с вами. И мы продолжаем играть. Так, что у нас тут такое? Так. А, значит, мы здесь можем не пройти. Так, там все изломано. Мы можем там упасть. Что если мы взорвем? А ничего не произошло. У меня только начало жутко лагать. Так. Ладно. Так, оттуда мы пришли. А, полезли наверх. Так, управление тут вообще какое-то непонятное. А, и если вам повезет, вы найдете нормальную весну. С переводом нормально. Так, игра довольно-таки линейная. И, в принципе-то, тут понятно, куда и что идти. Но в некоторых моментах можно... Можно заблудиться.
еще тут прыгать надо много, да? Или что, или как? Да-да, стой. Да, блин. Да. Вот он, чувак. Валяется. Так. Полуавтозаряд, полуавтоматические патроны могут лишь силы. Что? Ничего не понятно. Ладно. Зажми ну пуль. Я вообще не понимаю, что это так. Это такая штука, которая нам показывает, куда идти. Ага, там еще один труп есть. Аж. А, нет, вообще-то там было. Был ток. Так. Ладно. Шкалы жизни, как вы видите, здесь нету. Но есть такая хрень, как восстановление жизни. И никогда не знаешь, когда что-то хочет. Во! Себе. Ладно. Так. Раскачиваемся. Что? Так. Перепробуем. Все замечательно. Идем дальше. Слезь ты, дура. Да. Боится огня? Ну, это понятно. Чего боишься? А как бы туда залезть? Интересно, интересно. Так. Интересно, я мог ящики вообще подвигать? Нифига. Ай-яй-яй, я сейчас горю. Блин, я ящики, походу, мог стянуть. Или нет? Зато тело могу сделать. Ну и хрен на него. Так. И что? А, все. Так, нам теперь толчочка. Сейчас сломать, ладно. А. Так, ладно. Выбираем. И чё, и куда надо? Это не учли разработчики, ладно. Отходим к чувачку и находим ключ доступа. Используйте этот ключ часто для поиска шифра для допуска к циклоконвентерам. После загрузки шифра вы сможете открывать зашифрованные двери в этой области. Понятно. Так, куда его втыкать? Что-то непонятно. Ладно. А, у нас уже эта хрень есть, которая подсказки делает. Используем ее. Куда нам идти? Так, неисправно. Угу. Ой.
нажимаем на них, и шифр добавлен. Так. Сломал. Все остальные тоже. Все. Теперь можно спокойно идти. Будет вообще подвисать, так что столько так. Я тут автоматическое. О, прицеливание. Какими-то хренями стреляет, вообще непонятными. Так, как ты там прикрывался? Ага, вот. Так, теперь мы... Да как он у меня попадает, я из укрытия стреляю. Jesus, такс. Ну понятно. Такс. Теперь мы нам куда? Вот непонятные подсказки. Вот сейчас вот надо на что-то нажать, а. Что непонятно. Так, и что нам куда сейчас идти-то надо? Ага, назад. Да убери ты. Ва, меня сейчас убьют. Да куда ты, дура? Все, меня убили. Да. Так, вот здесь мы сломали все. Бежим. Открыть. И... Все. Вроде замочили. Jesus, Gil. You could have warned me. Gate, I've got two balls and neither of them are crystal. Okay? There aren't any CCTV cameras in there. Мы идем и сразу же берем, накапливаем. И стреляем. Фак. Давай выглянем. На. Так. Все вроде. Да. Определена точка. Куда нам? Сегодня подписать жестоко вообще. Так, замучили. Мне кажется, здесь что-то с ней случится, и она получит сверхспособность управлять. Твоем налево. Что, он живой, да? А, не сдох.
так накапливать? Интересно. Так, сейчас мы тебя снимем, чувак. Вот это мне нравится. Вот это прикольно. Так, ну. Да слезь-то я. Что-то зависло там. Так, надо маленько, наверное. А опции. А, опции. Экран. А, и все что ли? Блин. В начале игры только можно поменять настройки видео. Ладно. Так, да ну. Пойдем туда. Клятся слева. Где? А, вон. И куда? Yeah, it doesn't make sense. If the Malthusians wanted to shut them down, they would have done it by now. A second. That's why they were guarding the cyclo converters to protect the engines. Это я глупость сморозил. Такс, ясно. Ясно, значит, это не стреляем. Да, сквозь него стреляю. Жуть какая, а. Игра прикольная, но что-то... Какая-то хрень вообще. Хрен пойми, как чё стрелять, куда кого. Сквозь вообще все летит. Игра маленько тормозит. Пойдем-ка мы сюда сходим. Может здесь что будет. Тут. Пик. That's why they were guarding the cyclo converters to protect the engines. Wow. Время уже подошло к концу. Ну ладненько, всем пока. С вами был Ангел.ру. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всем удачи и всем пока.